Всем привет! Сегодня у меня очень вкусный рыбный ужин. Готовить будем сразу и рыбу, и гарнир. Лук нарезаем кольцами. Картофель нарезаем тонкими кружочками. Для соуса смешаю творожный сыр и мелко нарезанный укроп. У меня сегодня замороженный. Из фольги я сделала вот такие формочки. И теперь их заполняем. На дно кладем лук. Сверху картофель. Подсаливаем и перчим. Филе любой рыбы нам нужно подсолить и смазать соусом. И кладем ее сверху картофеля. Отправляем в духовку. Температуру устанавливаем 180 градусов на 20-25 минут. Рыбка готова, можно подавать к столу. Я подаю прямо так в фольге. Это очень красиво и необычно. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!